Олег Добрый. И, как всегда, хочу вас пригласить в торгово-развлекательный комплекс «Проспект» на наше необычное юмористическое феерическое шоу. Нам туда. Не, подожди, нам туда. Туда. Не-не-не, значит, нам туда, нам туда. Ну как ну, сначала туда, туда. Не, котик, котик, нам туда, нам туда, вот туда. Извините, простите, простите, вам куда? Нам сюда. Что попало? Одни праздники уже прошли, а другие приближаются. И вот сегодня, в преддверии Дня влюбленных, давайте поговорим о любви. Хотя любовь бывает разная. О, к примеру, конфеты. Конфеты, конфеты. Конфетка-коровка. Как бы заранее предупреждает. Извините, а еще не принесете? А в день Святого Валентина женщина или получает подарок от своего мужчины, или не получает, и пилит его за это. Но и в том, и в другом случае она все равно получает удовольствие. К черту все! Вы в поиске подарков? Пришло время, и вы не знаете, что подарить своей любимой? Подарите ей впечатление. Let's do it. Любить – значит видеть чудо, невидимое для других. А чудо – оно всегда рядом. До новых встреч в ТРК «Проспект».